Приветствую тебя, дорогой друг, на связи Павел Чернышов, и в этом видео я хочу тебе продемонстрировать свои результаты работы с проектами на платформе CRP-центр. На сегодняшний день прошло уже около 2 месяцев с того момента, как я начал сотрудничать с данной платформой, работать с теми проектами, которые размещаются на этой платформе. И вот сегодня решил подвести небольшой итог, резюме по результатам работы с проектами, которые регулярно размещаются на платформе CRP-центра. Я нахожусь в своем личном кабинете. Здесь вы можете видеть верхний правый угол мой логин у pavlo.ru. Отображаются доступные средства для вывода. Здесь у нас мой ежедневный доход. То есть на сегодняшний день мой доход в CRP-центре от работы моих денег составляет $22. Общая сумма инвестированных денег в инвестиционные проекты на сегодняшний день $750. И ближайшая выплата через 5 часов. Значит, переходим в раздел «Мои счета». Далее, так, нет, «Мои инвестиции». Вот сюда. Вкладка здесь «Активные инвестиции», «Завершенные инвестиции», «Проблемные», «Продажи инвестиций». Значит, активные инвестиции – это те, которые на сегодняшний день у меня работают, деньги в этих проектах. Вот. А завершенные инвестиции – это те программы, которые уже закрылись. И вот на них мы сейчас и обратим свое внимание. Значит, первый проект, с которым я сотрудничал, это был SkyDragon, тарифный план First Jump, 4% начисления каждый день. Мой вклад был $100, срок 55 дней, в итоге я получил $164, то есть 64% за 55 дней. Очень неплохой результат. Далее проект CRP Trust, значит, план Trust, дивиденды 1.25 каждые 5 дней, мой вклад $100, срок вклада был 30 дней, в итоге через 30 дней я получил $107.50, то есть за 30 дней я заработал здесь 7.5%, немного, но тоже результат положительный, я в плюсе. И третий проект MyWinBee. Он на сегодняшний день еще работает по одному тарифному плану, по другому вот он у меня закончился, и результат таков. Значит, дивиденды были 1.8 каждый день, размер вклада $100, срок инвестиции 30 дней, отчисление 154%. То есть за 30 дней я получил в этом проекте плюс 54%. Вывод, который мы можем сделать из результатов, которые мы сейчас видим, это то, что на сегодняшний день платформа CRP-центр – это наишикарнейшее место для инвестора, где можно легко зарабатывать от 10 до 50% в месяц. Проценты вполне реальные, и вы это можете видеть сейчас на экране. Вот последний проект MyWinBee – 54% за 30 дней. То есть вполне реально на сегодняшний день зарабатывать здесь плюс 50% в месяц. Это говорит о том, что платформа CRP-центр действительно заботится о том, чтобы ее инвестора в первую очередь зарабатывали здесь деньги, а не теряли их, как в других проектах. И это говорит о том, что та система, которой пользуюсь я для заработка в проектах на CRP-центре, она работает, и результаты вы видите перед собой. Если вы хотите получить систему, которой пользуюсь я для заработка в проектах на CRP, то для этого вам необходимо всего лишь зарегистрироваться по моей ссылке, сделать минимальный вклад в любой из проектов, которые размещаются сегодня на платформе. Минимальный вклад может составлять от $1 до $10. После этого пишите мне ВКонтакте, я проверяю эти данные, и если все действительно так, то я вам скидываю ссылку на систему, после ознакомления с которой вы можете зарабатывать точно так же плюс 10, плюс 20 и даже плюс 50% в месяц. Благодарю вас за внимание, с вами был Павел Чернышов, и до встречи в следующем видео. Yeah.